сказочных персонажей, покататься на необычных аттракционах и даже послушать коллективы города. Настоящая ярмарка во Владимире уже открылась, и она будет работать все новогодние праздники. Традиционную рождественскую ярмарку на Соборной площади открыли песнями и танцами. Присоединиться к веселью могли все желающие. Владимирцы рассказали, что праздничное настроение уже появилось, и поделились новогодними пожеланиями. Что пожелаете всем наступающим новым году? Для того, чтобы все мы... Счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях. В новом году побольше ярких, счастливых моментов и счастья со своими близкими. Самое главное – спокойствие, мира, счастье, здоровье, здоровье. Маленькие и взрослые гости праздника с нетерпением ждали появления Деда Мороза. Волшебник всех удивил и вместе с внучкой Снегурочкой прибыл на Соборную площадь не на сказочных санях, а с командой суздальских байкеров. Как выяснилось, они помогли Деду Морозу добраться до Владимира. Еду я из Суздаля во Владимир по делам. Смотрю, дедушка стоит в лесочке, руками машет, бегает вокруг саней, а у саней полозья отвалились. Надо помогать. Вот пришлось остановиться, позвонить друзьям. И отвезти его на место назначения. Дед Мороз с праздничной сцены поздравил владимирцев с наступающим Новым годом и даже похвалил наш город. Нигде я не видел такой красоты под Новый год, как во Владимире. Какая у вас ярмарка прекрасная! Какие елочки в городе замечательные! Кроме того, главный зимний волшебник наградил участников конкурса поздравлений. Он проходил 18 ноября в день рождения Деда Мороза на улице Георгиевской. Все желающие могли поздравить волшебника и отправить ему письмо. За самые искренние и необычные поздравления подарили билеты на представление и сертификаты в развлекательные центры города. В числе победителей и Глеб Грушин. Поздравление Деду Морозу он написал сам. Здоровый, никогда не болел. Долго пришлось писать? Много часов писал? Да. Как Новый год будете встречать? Уже придумали? Все вместе? Все вместе с друзьями будем гулять, отмечать у елки, главное, на Соборной площади. В этом году на Соборной площади заработали новые аттракционы. К примеру, теперь вместо лебедей можно покататься на таком вот волшебном ветерке. Одно из самых необычных развлечений – бублик-кросс. С помощью специального механизма покружиться на ватрушке могут и взрослые, и дети. Кроме того, для посетителей подготовили снежные заезды на собачьих упряжках и квадроциклах. Удивлять владимирцев будут все праздники. В этом году ярмарка выдержана в волшебной тематике. Отразили моменты снежной магии в оформлении площади, в тематической программе. Ну и я надеюсь, что в настроении тоже получилось. Наши праздничные все мероприятия будут здесь проходить по отдельному плану. Афиш множество совершенно в городе. Аттракционы и торговля работают с 10 до 10 вечера. Символы наступающего года – озорные свинки – тоже на прилавках ярмарочных домиков. Есть вязаные, тряпичные, глиняные, шерстяные и деревянные. Хрюшки – соснопроизводство. С роспись по дереву. Они из дерева делаются. Расписываются, покрываются лаком. Чем хрюшка хороша? Ну, хрюшка, она веселенькая, всегда сытая. Радовать владимирцев и гостей города ярмарка будет до Старого Нового года. Кроме того, в праздники на Соборной площади пройдут театральные представления, интерактивные и музыкальные программы. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.